горожане должны открыть для себя по-новому Волгу, полюбить ее, понимать ее. И, ну, это очень большая работа, она на десятилетия. Город, имеющий такую огромную реку и такое большое количество береговых площадей, не имеет достаточного количества благоустроенных набережных, которые бы могли стать полноценными общественными пространствами для города. Фестиваль приехал в Казань. Раньше, очевидно, не мог, потому что раньше этот фестиваль набирал силу. Когда он набрал силу, он пришел, наконец-то, как мы выяснили вчера и как написано в каталоге, в третью столицу России. Спасибо огромное Союзу архитекторов, что на протяжении долгих лет организовывается такой фестиваль, и он имеет большую популярность. Каждым годом все больше и больше архитекторов приезжает со всех уголков и страны, и СНГ, и теперь даже всего мира. Основной проблемой данного конкурса в этом году является отсечение набережной от города транспортными путями. Вижу это мероприятие как некий набор идей, которые могут лечь в основу уже дальнейшей реализации. Это прежде всего привлечение внимания властей, жителей, деловых кругов к состоянию и перспективам развития, инновационного развития прибрежных территорий. Более того, мы считаем, мы надеемся, что победитель примет непосредственное участие в реализации этого проекта.